Всем привет! Сегодня вы увидите, как я побывала на непривычном для себя мероприятии. И знаете что? Мне понравилось. Следующая композиция посвящается друзьям и коллегам электрикам. Сейчас на сцене выступает севастопольская рок-группа «Туфли овощи», а ездила я со своей подругой, ее семьей и ребятами-музыкантами. Основное действие и сцена располагались на сравнительно небольшой полянке, но прилегающие огромнейшие две поляны были полностью заняты. Сейчас утро, и они еще свободны. Но вечером между машинами, припаркованными, приходилось просто лавировать. Black River Fest – это ежегодный фестиваль-субботник. Организуют его руководители севастопольского арт-бара «Артерия», который находится на улице Правды. Black River Fest длится 3 дня. Туда приезжают люди на своих авто, на такси, общественным транспортом, своим пешим ходом. Разбивают палатки, ночевки, ночуют в машинах. С семьями и без семей, молодые, пожилые, с животными, с младенцами и с детьми постарше. Полянка у сцены сейчас еще пока тоже практически свободна. На мероприятии были организованы общественные уборные и чай, кофе и легкий перекус. Музыка.
За самой сценой, как видите, тоже не скучно. Ребята репетируют. Да, я иду. Палатки снимаю, атмосферу. Ты туда выйди, поснимай. А я там была. Я только что оттуда. Он сваливается. Сейчас пару минут. Гитарку включим еще. А? Вон.
Спасибо. Следующий на эту сцену поднимется тоже группа из Керчи, называется «Соседи сверху». Спасибо. А сейчас была «Такси на Дубровку». До новых встреч. О, гуляйте новый день. Работает? О, у меня такой запрос. Ты же ядрическая сила. Ты не преодолел? Вот, царская, ты посмотри, какая. Какова красота. Вообще, зачет. А масло, как я люблю, нерафинированное, слышишь? Первый отжим. Если ловит, хорошее масло. Ну ладно. Мне кажется, она была две сковородки. Да не, нормально в одной. А зачем вам лук понадобился? Я не знаю. Ты спроси, зачем вот это вот здесь? А это что? Травинка. Гербарий. Кабака. Так вот какая ты романтика. Ну так. Еще то, что привлекло мое внимание. Нетрезвые люди присутствовали. Но было очень много тех, кто просто танцевал и дурачился. И их, к счастью, было большинство. Ну, что-то у нас тоже есть. Наша первая песня называется «Меня нет». Увидели пирата? К вечеру пришло много молодежи в костюмах, нарядных, красивых, интересных, необычных, карнавальных, праздничных, и я почему-то их не засняла, а теперь об этом жалею. Следующая песня «Тюрьма». Thank you.
Ребята сумели создать атмосферу отдыха, расслабленности и эйфории. Спасибо, ребята! Следующая песня тоже абстрактная. Тоже дурацкая. А на этих кадрах вы видите, как уже свечерело, люди зажгли фонари. Много-много машин, это только вторая полянка. А есть еще такая же третья. Я попыталась на нее пройтись, показать вам, но, к сожалению, в темноте очень-очень плохо все видно. Это был второй день фестиваля, и именно к вечеру приехало очень много людей. Третья полянка, которую вы, к сожалению, здесь в видео не увидите, полянка это так скромно говорят, она более удобная для парковки и разбития ночевки. Я хочу работать.
Работать, конечно же, нужно, но нужно еще отдыхать, отвлекаться, менять обстановку. Желаю всем крепкого здравия. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Яндекс.Дзен, присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Целую, обнимаю, до скорой встречи!